Есть такая профессия – строитель. Да, профессия – строитель. Привет, вы на канале Картонка. И сегодня мы собираем из Финляндии, будем строить дом. Вот там происходит такая стройка. Привет! Итак, сегодня в Кидландии наши молодые строители в ожидании обучения того, как строить Empire State Building. Вот этот вот мужчина в синей футболке будет нам рассказывать, как строить дом. Молодые строители в ожидании бурной деятельности. Заходи, сын! Молодой строитель. Я тоже хочу каску. Одевай каску, одевай. Не друг на друга. Если поставите друг на друга, оно будет ездить. А если будете ставить кирпичики вот так вот, вот, оно будет у вас держаться вместе. Поняли? Да. Один кирпичик на два. Я буду серый. Я вам начну. А ну, залазьте кирпичики большие мне подайте. Я вам начну, а вы продолжите. А вот и синий кирпичик. Ой. Дальше мешами. Да, сами. Давай. Опа. Ой, меня не завалите. Меня не завалите. Я теперь знаю, кто нам построит дом. Вот так. Пока все подают кирпичи, Илюша строит. Вот, вот тебе. Опа. Ты давай кайфуй. На. Молодцы. Вот, тебе. Вот это значит командная работа. Зачем ты его сюда ставишь? Сюда кирпич поставь. Смотрите, я беру. Что тут будет? Дверь у вас или что? Здесь я устанавливаю окно сейчас. Значит, тогда так, да. Правильно. Нет, тогда... А я это устанавливаю вон здесь. Мне кажется, вы строите дом, а дверь забыли построить. Вот такой дом они построили втроем. Они, правда, по-моему, больше кидают, а строят только один. Так, все, ребята, подходим, сюда будем получать зарплату. Вот. Дайте мне зарплату. Дайте мне зарплату. Денег, у меня еще деньги. Еще заработали на строительстве. Классно, молодцы. Тебе понравилось строить? Ставь лайк и подписывайтесь на канал Картонка.